Всем привет, с вами я Компон. Сегодня я буду записывать ролик по теме ютубер. Потому что, собственно, я так понимаю, что меня возможно... Арабская ночь! И сегодня я расскажу, как это происходило. Ладно. Я пока что хочу сказать... Спасибо за 1140 подписчиков. Вот все. Ладно, давайте продолжать. Собственно, я подавал на ютуберку, мне отказали. Ну, собственно, мою заявку пересмотрели. То есть написал Артём, что типа, здравствуйте, мы пересмотрели вашу заявку, и она была принята. Пожалуйста, скиньте с статуса. Я им скину скриншот. Аналитику YouTube. И, короче, они сказали, что типа будет проверка на читы. И они вы примите запрос за друзья модератора. Собственно, там было от 12 часов до 2 дней. Короче, они мне написали. Я начал с ними разговаривать. Ну, типа, мы начали меня проверять на читы. Прошло где-то 10-20 минут. И он все-таки убедился, что у меня нету читов. И мне сказали, что в течение 12 часов до 2 дней мне могут выдать ютуберку. Но я, конечно, сомневаюсь, но надеюсь, мне выдадут. Собственно, сейчас я нахожусь на адресатом брифе. И... Стоп! Где мы идем? Ладно, продолжим писать. Пока что сейчас... О, вернулся. Ура! Арабская ночь! Улетел. Опять улетел. Ладно. Собственно, я очень переживаю. О, вернулся. Ушел. Хотел быть ютубером на каком-то сервере. И сниматься, собственно... Я буду снимать только на Реливору, поэтому, может быть, если выйдут мне ютуберку, то про переезд я буду снимать либо в раз в месяц. Или долго. Короче, или я вообще не буду снимать по переезд. Почему я решил снять этот ролик? Оцените мою бошку. Почему именно я захотел ютуберку? Просто иногда, ну, я подавал, но думал реально, что меня не примут. Но я не знаю, почему, собственно, почему они решили меня принять. Но написали, что была одобрена. Хотя у тебя нету 1000 просмотров на каждом видосе про Реали Ворлд. Там именно 1000 просмотров должна быть на видосе про Реали Ворлд, а у тебя нет таких просмотров. Ну, да. Они в последнее время уже многим ютуберам выдали ютуберку, кстати. Ну, поэтому, ребята, завтра будет стрим. Нет. Или сегодня, ну, когда я выложу... Короче, будет стрим? Да. Будет стрим, скорее всего, когда ему выдадут ютуберку. Да, если выдадут ютуберку... Я сообщу это в сообществе и в своем телеграме-канале. И, собственно, сообщу это на стриме. То есть запущу стрим и буду играть с ютуберкой. Потому что как бы с ютуберкой это будет прикольно. Кстати, ты сможешь людей на проверку вызвать, я тебе буду помогать. И ребята, если что, на всякий случай, если у меня будет доступ к античиту, будет ли у меня доступ? Типа, смотреть. Нажался на античит. Да, репорт ты вроде можешь смотреть. Да. И, короче, я буду на стриме, может быть, проверять на читы. Но, может быть, не так сладко, как хотелось бы. Если что, нас он уже проверил, мы без читов. Да. Он проверил, собственно, меня. У меня не оказались никаких читов. Были все варианты, ну, типа, специальные программы. А меня Компон проверял. Да. И, короче, все вот так вот. Поэтому, ребята, если вы меня хотите поддержать в получении ютуберки, то просто напишите комментарий и поставьте лайк. Кстати, ребята,
забыл сказать. Без подписки 94%. Как можно так? А ну-ка быстро исправляйте это подпиской. Предлагаю за 1000 просмотров сделать розыгрыш на мою Посейдонку. 1000 просмотров и 100 лайков. Пишите свои ники и в игре, и ники в Дискорде. Кто играет на 30-м грифе, тот сможет получить у нас шар Посейдону 2. Да. А кто не играет на 30-м грифе, тому мы купим любой шарик за 100 реликов. Или любые донат-ресурсы. Да, и вот так. Ладно, ребята, если вам понравился такой видеоролик, то, пожалуйста, советую поставить лайк, подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Конечно, я снимаю раз в неделю, потому что я сейчас не болею. И поэтому, если вы еще хотите поддержать меня, чтобы я выздоровел, то, пожалуйста, ставьте лайк, чтобы я смог с вами снимать ролик. Потом у меня было один раз, что я вообще, когда я говорю, мне больно было. И поэтому ролики могут быть выходить где-то раз в неделю, либо два раза в неделю. Потому ну смотри, надо будет нам с тобой постараться почаще ролики снимать, но потому мы что... сможем, может быть, мы будем, наверное, снимать каждые 2 дня или каждый день. Ладно, ребята... Нам нужно 3 ролика снимать. Да. Вы 2 дня? Или сколько? Ну, самое главное, за неделю 3 ролика снимать. Да, за неделю мы будем снимать 3-6 роликов. Какие 6 ты туда разогнался? Ладно, 4. Ну, 5. Ладно, 5. Ну, короче, 3-5 роликов в неделю будут выходить. На Really World, если примут на ютуберку. А если не принят, то мы будем стараться получить ютуберку. Будем стараться. Ладно, ребята. Всем удачи, всем пока. Ждите нового ролика. Поэтому всем еще раз удачи и всем пока!